Итак, друзья, 4 дня в Панаме уже позади. Осталась крайняя завершающая рыбалка здесь. За эти 4 дня я пережил очень много, вот просто очень много. Был даже день, когда я не получил ни одной поклевки. Я думаю, черт, как же так? Тихий океан, миллионы рыб, и я не смог ловить ни одной рыбы. И вот на третий день я вот выходил вот с небольшим чувством опустошения. Но то, что произошло в этот день, так часто бывает, это перевернуло мое сознание, мою жизнь. У меня не было таких рыбалок, я никогда не представлял, что они такие могут быть. Это были сумасшедшие котлы, вот они были просто сумасшедшие, огромные. Это когда вскипает по-настоящему несколько квадратных метров воды, вылетает сотни тунцов. Это рыбы по 50, по 100 килограмм. Тебе страшно, ты бросаешь, и если эта рыба клюет... Это паровоз с сумасшедшей скоростью, которой ты не можешь удержать. И думаешь, быстрее остановись, у меня шнура всего 300 метров. И потом это вываживание может длиться до 2 часов. Мне удалось поймать огромную рыбину под 100 килограмм. Я вам скажу так, я не встречал человека, который бы мог с ней сам справиться. Это реально очень тяжело. Мы менялись, помогали друг другу, поили друг друга водой. Но вот та природа, ту воду, которую я увидел, она до конца моих дней будет в моей голове. Это тысячи дельфинов, которые сопровождают кормовую ставриду. Это сотни тунцов, которые выскакивают. Это 5-7 катеров, которые окружают этот котел. Это быстро, это ветер, это стремительно. Это настолько кайфово, что... Это не может никогда надоесть. И я делаю выводы. Вот есть капитан, есть его помощник. И вот только они видят что-то похожее на начинающийся котел, у них закрываются глаза. Они туна, туна, полный газ. Мы еле стоим на ногах со спиннингами, мчим туда, чтобы сделать этот первый важный заброс. Потому что котел может длиться несколько секунд, а может и 5 секунд. И ты должен успеть презентовать туда приманку и получить вот этот сумасшедший звук фрикциона. Вот именно за этим ощущением я еду на завершающую рыбалку. Я очень хочу, очень надеюсь вернуться сюда еще раз. У меня есть целый день. Все, о чем я прошу небеса, это чтобы на завершающей рыбалке была активность. Я хочу получить эту поклевку. Мне все равно, это будет рыба 20 килограмм или 150 килограмм. Я просто хочу получить эту поклевку. Болейте за нас. Мы отправляемся на завершающую рыбалку в Панаме.
обладателем первой поклевки сегодняшнего дня оказался Виталий. Он уже минут 10 борется с этой рыбой. Вот, ну, нам, конечно, хочется побыстрее, чтобы он взял свой трофей, потому что мы не можем двигаться, а здесь рыба сама к нам никогда не приплывет. Ну, я надеюсь, что в ближайшие минуты трофей будет взят. Вот, ну, хотя это непросто. Очень красивая рыба тунец. Вот он уже на поверхности. И сейчас гид будет его брать. Смотрите, какой красавец. Просто красавец тунец. Поднимаю. Все. Есть первая рыба. Первая рыба у нас в лодке. Так будет с каждым. Здесь у рыболовов очень хорошая традиция. Сразу на воде находится несколько экипажей, и они, в отличие от наших, быстро друг другу сообщают, где выходит рыба. То есть здесь не то, что никто ни от кого не шифруется, а наоборот, рыболовы быстро по рации сообщают, потому что, когда выходит тунец, там точно рыбы хватит на всех. Они умеют становиться так, чтобы друг другу не мешать. Поэтому было бы неплохо, если бы наши тоже взяли на заметку. Ну, у нас не столько рыбы. Друзья, дуплет. Дуплет. Снимаемся. Первый есть. Это уже вторая приземленная рыба. У Васи только что был очень досадный исход. И Виталик
тоже еще одну рыбу уговорил. Друзья, это нечто. Это нечто. Что? Сейчас небольшое затишье, мы только что пообедали и продолжаем, капитан продолжает выискивать возможный котел. Такая большая нагрузка идет с утра, вот и моральная, и физическая, то есть постоянно на большой скорости, по сильным волнам, ты вроде бы на это не обращаешь внимания, постоянно в движении, в азарте, прилетаешь в котел, важно первый заброс сделать качественно, и ты все время находишься в максимальном напряжении. Сегодня у нас было больше 5 поклевок, 3 рыбы удалось уже доставить на борт, и у Васи было 2 досадных схода, причем уже долго он держал рыбу, ну что-то немножечко не повезло. Сейчас пока есть время, мы стоим практически на месте, можно полежать, отдохнуть. И как только у капитана загорятся глаза, это будет полный газ. Мы опять схватимся за спиннинги и будем ловить тунца. Сегодня завершающий день, и я очень надеюсь, что нам удастся еще кого-нибудь поймать. Приманки тоже пока отдыхают. Здесь в основном приманки капитана, и многие из них уже, видно, побывали в пасти. Сейчас вот на небольшой площади находится более 10 экипажей. В каждом катере находится не менее 3-4 рыболовов. И вот мы так компактно держимся на определенном пятне. Скорее всего, ну здесь время от времени бывают массовые выходы тунца. Я очень надеюсь, что сегодня это тоже будет. Ну пока все ждут, никто не разъезжается. И только какая-то из лодок даст полный газ, я думаю, сразу все оживятся. Но я напомню, что на наш взгляд у нас, наверное, лучший капитан, потому что за все дни мы видели, что именно он первый видел, где должна выйти рыба, либо где она уже вышла, и мы очень часто приходили именно первыми туда, куда нужно. Друзья, хочу вам сказать, что данный тур состоялся благодаря нашим друзьям, нашим партнерам такой замечательной компании, как Extreme Expedition Tour. Большое вам спасибо. Я с ними уже езжу не первый раз. Хочу вам сказать следующее, что такие далекие, дорогостоящие поездки очень важно выбирать с партнером, в котором ты уверен, потому что ты едешь далеко, тратишь много и можешь приехать и не получить желаемое. Конечно же, это рыбалка. Рыбалку нельзя просчитать на 100%. Но тем не менее, с Extreme Expedition у нас, слава богу, все получается. И я надеюсь, будет получаться еще.
Друзья, пока тунец не клюет, смотрите, какая красивая рыбка. Смотрите, на какую красивую наживку. Ох и силище, ох и силище. Работает ларва и на Тихом океане. У местных рыболовов нет такое. Я ловлю только на это, только на это. Они готовы к любой ловле, потому что не всегда удается быстро найти тунца. И только он появляется, у них заряжены удочки и для живца, и для кастинга. Поэтому они, если на кастинг не ловится, это самый быстрый способ ловли. Тут же переход на живую рыбку.
Вот уже возле лодки. О, какой парень! Собой. Не то, что не шифруются, а просто всем делятся, все работают друг на друга и все с рыбой. Друзья, подошли к концу наши 5 дней рыбалки. Это были 5 счастливых дней, как минимум для нас троих. Мы были первый раз на Тихом океане, мы поймали свои самые большие трофеи. Я думаю, вы смотрели все выпуски. С вами был Юрий Петрош и его команда. И мы теперь встретимся с вами на следующей рыбалке. Пока! Рыбалка с Юрием Петрошем.